Для нас выдался тяжелый матч, видите, скажем так, и травмы, и удаление. Пришлось доигрывать здесь вчетвером. Естественно, мы понимали, что здесь проигрывать нельзя. И единственная возможность, как говорят, удержаться вверху, это нужно было не проиграть. Такая же ситуация сложилась у Терека, и он играл очень агрессивно, скажем так. И пытался продавливать нас. Это, ну, часто это вот так удавалось. Но в концовке как бы мы подсобрались и десятером выдали отрезок, когда имели, скажем, преимущество и сравняли счет. Перед этим был очень хороший отрезок, сравняли счет. Сказать, что это не по делу, нет. По делу, все по делу. И смогли сравнять. Ну, почему? Потому что уже были уставшие, и я благодарен ребятам, своей команде, вернее, за то, что проявили такое мужество. Значит, в футболе иногда нужно проявлять мужество и, скажем так, уже, как говорят, когда устал, когда бежать невозможно, все равно нужно бежать, и вот за это я благодарен команде. Все равно боролся до самой последней минуты. Нужно думать за команду, сейчас кубковый матч, потом через два дня игра с Локомотивом, он отказался перенести матч, на один день сдвинуть, но мы единственная команда, которая участвует в кубке, играет на, через два дня. Ну, будем что-то, значит, в обойме у нас есть футболисты, и будем сейчас. Сейчас как бы наступает такой момент, когда все будут играть. Команда ценится не когда все получается, когда ничего не получается, а потом все-таки переломит ход поединка и сделать так, чтобы у тебя все получалось. А не тем, что, как говорят, команда, все получается, ты легок, там, быстро. Немножко медленное поле, густая трава, медленное поле, такое вязкое. Поэтому как бы мы чуть побыстрее любим играть, а все время тормозится. Ну, это для двух команд.